Здесь спрашивают снять отпечатки черной магии с экземпляра черной Библии, потом прочитать. Но если дадут книжку, я сниму Библию, снять. Кто-то прислал Библию? Чтобы работать. Просто, видно, прочитал, что в Архангельске это делал. А, есть, да? Есть. Ну, подойдите, тогда сниму. И все. Просто, когда читали, видно, что я в Архангельске это проводил, как раз Надежда Яковлевна среди этих слушателей была, когда это происходило. Видела лица людей, которые читали после этого, да? Ну, как? Скажите, чтобы... Микрофон тогда, чтобы скажите пару слов. Как вы видели? Завтра, когда пришли и сказали, что мы увидели в Библии совершенно другой даже, ну, не то, что текст, а смысл. После прочтения второй раз, даже первых страниц. Николай Викторович просто сделал такой жест. Раз, и убрал. А что убрал, нам неизвестно. Ну, вот так что посмотрим. Если человек действительно прочитает второй раз, наверное, увидит по-другому. Потому что действительно убирается только зомбирующие программы, а потом человек... Слова те же самые. Забавно. То есть ничего не меняется. Слова те же самые. Но человек, читая книгу, совершенно другое восприятие. То есть о чем это говорится? Что нас превращают, зомбируют направо-налево, а мы даже не понимаем то, что происходит.